Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Итон ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей тель-авивской студии замечательный журналист, моя коллега Илана Михаэль. Илана, рад приветствовать. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Илана, тема, она, в общем-то, щекотливая, которую я тебе хочу предложить для обсуждения. Это голосование в Кнессете по закону о воссоединении семей палестинских арабов. Почему щекотливая? Потому что мы с тобой говорим накануне голосования в Кнессете на парламентской сессии. Голосование будет уже объявили в полночь. Ближе к полночи, когда действие этого закона как бы да, а Чацкого все нет, или кого там у нас, Германа, а Биби, Германа, да, еще кого-нибудь. А ну, вопрос, дальше будет тройка-семерка туз. Да, скорее всего. Но у меня вопрос, Лан, вот в чем кроется. Переживает по поводу того, что якобы закон может не пройти, и тогда у палестинских арабов появится возможность проникать на территорию Израиля, тем более Шабак предупреждает. Тут сегодня была публикация, где-то около 200 человек, таким образом попавшие в Израиль, были, тем не менее, Шабаком выявлены в их террористических наклонностях и прочее. Какую выгоду от того, что закон не будет принят, получит Ликуд, который на протяжении 20 лет голосовал за этот закон? И наоборот, чем рискует коалиция, тем, если закон не пройдет. Ну, репутация и у тех, ну и без этого, мягко говоря, не очень. Ну, ты же знаешь, что в политике, репутация – это дело не самое важное. Ну, как выясняется, это когда-то, в былые времена, репутация была важна во времена, там еще, может быть, Бен-Гуриона, Рабина еще, Бегина. Ну да, мы недавно вспоминали, когда в 70-е годы министр строительства был у нас один, его обвинили в коррупции, он застрелился. Да. Сегодня этого нет. Я помню эту историю прекрасно. Сегодня вопрос этот, он вообще не стоит, потому что в нашей израильской политике с ее традициями нынешними, вот вопрос имиджа, он мало кого интересует. Интересует... Что скажет, в общем-то, в итоге избиратель, это тоже важно, что скажут средства массовой информации и каков конечный результат того или иного голосования. Вне всякой связи, судя по тому, что происходит, с пользой для этого государства или нет. Потому что, если мы посмотрим на Ликуд, то действительно их решение не поддержать этот закон, несмотря на то, что они же этот закон, ну, как бы в свое время инициировали много лет, а ведь их-то продлевали. Да. Это чисто политическая игра, но она цинична до безумия, потому что такая политическая игра, учитывая еще все, что говорит Шабак сегодня на эту тему, и не только сегодня, но и вчера, и позавчера, это все просто как бы бьет в поддых безопасности этого государства. Да? Это с одной стороны. Да. Это с одной стороны. И понятно, что с другой стороны они размышляют так. Это правительство должно провалиться в своих попытках провести какие-либо законопроекты. Окей. Какую выгоду? Я пытаюсь понять, в чем, извини за это слово, цимис для них. Оппозиция одержит победу в этом голосовании. Своего кандидата на пост премьер-министра, чтобы его поддержали 61 депутат, у них нет такой возможности. В чем так выгода? Нет, подожди, между непринятием или неподдержанием этого закона и новым премьер-министром еще долгая дорога. Дело же не в этом. Они хотят любым путем показать, что, как они говорят, это новое правительство, это люди неопытные, новички, мало того, часть из них чуть не вредители, предатели отчизны и так далее, и только они, и только Нетаньяху, и только Ликуд. Вот это их адженда, это их история, и за это они будут сражаться вне какой-либо связи с благом этого народа. Поймет ли это народ в итоге, когда придет день голосовать, я не знаю, потому что народ своеобразен в своем выборе и зачастую голосует вопреки здравому смыслу. Теперь, что касается правящей коалиции, понятно, что они хотят доказать, что они, да,
могут провести столь проблемный закон. А Айлет Шакет сказала, что она будет подавать его столько раз, министр внутренних дел, сколько потребуется для того, чтобы его в итоге провести. Я не знаю, какая квота на количество одинаковых законопроектов, которые ты можешь подавать на рассмотрение. Если я не ошибаюсь, если законопроект какой-то провалился, то его в следующий раз можно подавать через полгода. Ну, может быть, и через полгода, а может быть, они вынесут его на рассмотрение какой-нибудь комиссии, другой. Но на комиссии они уже провалились, поэтому... Но они хотят перевести в другую комиссию. Да, но они не могут договориться никак, в какую комиссию, и для этого тоже нужно согласие как бы оппозиции, которая этого согласия не дает, разумеется. И все это вместе, это какой-то тупой угол, в который они друг друга загоняют. Но... Сказать, что я ожидала чего-то другого, нет. А Айлет Шакет сказала вчера, я надеюсь, что все же представители Ликуда не проголосуют против своей же страны. Они очень хорошо готовы проголосовать против своей же страны в своих личных, корыстных, так сказать, политических интересах. Я думаю, она очень хорошо о них думает. Ну, она, я думаю, что думает правильно. В принципе, вопрос в том, как интерпретировать ее слова и кому они адресованы. В первую очередь. Ну, может быть, они адресованы группе недовольных в Ликуде, на которые, которых делается некий расчет, что, может быть, они откроются от Ликуда. А я-то, знаешь, думаю, что адресованы эти слова прежде всего избирателям, чтобы избиратели увидели, а вот смотрите, вот они. Это понятно, а это даже не обсуждается, это адресовано, конечно, но дело здесь ведь не только в избирателях, дело здесь еще и в том, что произойдет на самом деле с этим законом. Ну да, в принципе, безопасность государства, по большому счету, под угрозой. Но вот Ави Дихтер, тот, кто, в общем-то, придумал этот закон, бывший глава Шабака, он на днях, есть публикация на этот счет, приходил к премьер-министру, бывшему Беньямину Нетаньяху, и пытался его уговорить, все-таки проголосовать за этот законопроект. Биби Нетаньяху хранит гордое молчание пока. Мало того, Ави Дихтер хранит гордое молчание. Мы не знаем, у них была часовая встреча, беседа, и мы не знаем о чем, потому что ни тот, ни другой никаких комментариев не давали. Ну, в любом случае, сегодня в полночь произойдет, наша программа уже выйдет, очевидно, после того, как пройдет это голосование, наши телезрители будут в этом вопросе, по крайней мере. Если оно закончится положительно для коалиции, я буду очень удивлена, если честно. Я думаю, не только я. Но бывают сюрпризы. Смотря считать, что положительно для коалиции, опять же, мы возвращаемся к началу нашего разговора. В коалицию поддерживает арабская партия РАМ. Если этот закон пройдет, это для них успех? Нет. Мерец не поддерживает этот закон. Нет, Мерец уже заявили. А ВОДА сказали, что да, поддерживают. Да, а Мерец сказали нет. Так для них это успех или не успех? Мерец думает о следующих выборах. Они, понимаешь, проблема в таком правительстве, где очень много различных партий с различными политическими направленностями, что их очень сложно вывести на единую какую-то платформу. И это будет происходить, видимо, постоянно. Поэтому мы не знаем, что с этим будет дальше. Ладно, еще один вопрос хотел с тобой обсудить. Он, то, что называется, я к тебе обращаюсь как к женщине, как к матери. В данном случае речь идет о нашем премьер-министре. Я не пытаюсь тебя просить, чтобы ты его усыновила или удочерила. Ну, поздновато уже. Или, да, ну, мало ли. Речь вот идет о чем. Долго шла тяжба, разборки относительно того, чтобы бывший премьер-министр покинул резиденцию на улице Бальфур в Иерусалиме. Наконец все решилось, вот-вот оттуда съедет чета Нетаньяху. Наш премьер-министр Нафтали Беннет сказал, что он будет жить на два дома. Он будет 4 дня в неделю находиться на улице Бальфур, а остальные 3 дня, недели, 3 дня в Раанане вместе со своей семьей, вместе с женой и четырьмя детьми. До этого предполагалось, он говорил, что он будет все время в Раанане находиться. Ну, то, что меняют... На него оказывается тоже большое тоже давление. Тоже, на... да, с разных сторон, я понимаю. На Беннета. Но, тем не менее, 15 миллионов, которые были выделены на охрану его в Раанане, они никуда не испарились. Так теперь, получается, надо и на Бальфур охранять, и там охранять. Это одна из издержек нового правительства. Что делать? Понимаешь,
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И я полагаю, что Беннет принял это решение не за один день, и не так легко оно ему удалось. Потому что, с одной стороны, у него четверо не таких уж взрослых детей, которые ходят в школу элементарно. Взять их сегодня и перевести в Иерусалим в разные школы, где они никого не знают и непонятно что, я понимаю эту проблематику. Для молодого относительно политика, у которого дети такого возраста. Ну, с другой стороны, на него давят различные общественные структуры, скажем, видимо, люди из его же партии, и, видимо, средства массовой информации, потому что до тех пор, пока он не обоснуется хотя бы на несколько раз в неделю на Бальфур, создается ощущение, что он как бы не настоящий премьер-министр. Угу. Почему? Потому что господин Нетаньяху внедрил в умы трудящихся вот эту идею о том, что это символ, это власти. Символ власти, незыблемости власти и так далее. Да? Этого никогда до тех пор не происходило. Все бывшие премьеры жили там, кто-то, может, жил и там, и не там. Но это даже не обсуждалось, потому что Бальфур не являлась крепостью или основой власти в этой стране. Поэтому это все непросто, да, я согласна. Ну что делать? Илан, тогда еще один вопрос тоже по улице Бальфур. На днях стало известно, что наша доблестная полиция приняла решение, регламентировала все вот эти вот демонстрации протеста в городе Раанани, недалеко от дома действующего премьер-министра. Четко определено, когда можно шуметь, когда нельзя шуметь, на каком расстоянии и прочее, прочее. Почему полиция подобного рода меры не принимала по поводу протестующих, которые с утра до ночи голосили возле резиденции тогда еще Нетаньяху на Бальфур в Иерусалим? Я полагаю, что официальное объяснение примерно выглядит так, потому что Бальфур – это официальная резиденция, а Ранана – это частный район, частный дом. Там страдают люди, которые живут там, они не знали, что их сосед станет премьер-министром. И, конечно же, они не подозревали, что те, кто придут туда протестовать, не будут это делать тихо и культурно, а будут это делать так, чтобы свести их с ума. Как на Бальфур. Как на Бальфур. Я согласна с тобой. Я лично, если ты спросишь меня, вообще считаю, что надо установить какие-то границы для этой деятельности забастовочно-демонстрационной возле жилых домов. Ведь на Бальфур тоже проживают люди. Совершенно верно. А за что им это? Значит, либо это ограничить несколькими разами в неделю, либо часами. И, конечно же, запретить эти безумные децибелы шума, от которых люди просто и дети не могут спать, люди сходят с ума. Честно говоря, я бы вообще просто им в за что жилых им кварталах. Это все. И когда они покупали, предположим, те, кто живут на Бальфур, давай говорить честно, они знали, где они живут. Окей. Те, кто живут в Ранане, не имели ни малейшего понятия. Какая разница? У них одинаковые права и у тех, и у тех. Да, я согласна. И законы одинаково действуют. Я считаю, что надо ограничить шум, ограничить вот количество демонстраций, часы демонстраций. Люди имеют право на частную жизнь и отдых. Вообще закон-то есть. Главное, чтобы его соблюдали, чтобы требовали его выполнения. Есть закон о шуме, там все прописано. Есть закон о шуме, но он действует только, если ты шумишь после 11 ночи. А до 11 ночи можно включать динамики на полную катушку. С 2 до 4, тоже нельзя. Да, но если ты с 14 до 16, тебе сильно мешают, и ты вызываешь полицию, она не приезжает в основном, потому что пытаются тебя уговорить, что ты как-то договариваешься, например, с шумящими сам. А официальный закон гласит, что только после 11. А что делать людям, у которых маленькие дети, которых надо уклонить, или пожилые очень родители? Поэтому, конечно, здесь надо навести порядок, но это мое персональное мнение. Ну, дай бог, чтобы оно совпадало с мнением полиции. Ну, для этого надо иметь мозги. Спасибо. Спасибо, Илан, за этот откровенный разговор. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч.